ДТП со смертельным исходом на федеральной дороге Кавказ. Минувшим вечером один человек погиб и двое получили ранения в результате аварии в Лискинском районе. Лобовое столкновение «Лады Калины» и «КамАЗа» произошло около 8 вечера в районе Анзарея. Удар был настолько сильным, что легковушку практически разорвало на части, а фрагменты автомобиля разбросало на несколько метров. В результате данного происшествия водитель автомашины «Калина», следовавший со стороны города Нальчика в направлении селения Урух, скончался на месте происшествия, а водитель «КамАЗа» был госпитализирован с травмами в Республиканскую клиническую больницу. В больницу был также доставлен и пассажир грузового автомобиля. Оба пострадавших переведены на амбулаторное лечение. Их жизни ничего не угрожает. Виновник аварии устанавливается.